перед началом. Превьюшку мне сделал LionKT. У чувака качественное видео, монтаж и превью. Он снимает про видеогейминг и разные обзоры. Подпишитесь на него, а то у него правда мало подписчиков, а чувак старается. Здрасте! Итак, это ответ на вопросы. Собственно, я писал про это в своем теге-канале. Ссылка будет в описании. Надеюсь, вы подпишетесь. Вы же подпишитесь? Короче, первый вопрос. Когда я начал снимать? Я сейчас задохнусь. Так-то лучше. Когда я начал снимать? Собственно, снимать я начал именно на этом канале. Относительно недавно, где-то 12 мая. Но на Ютубе я начал снимать в октябре 21 года. Да, где-то 23 октября. Собственно, тогда я снимал такой кринж. Но я совершенствовал контент, и сейчас у меня такое качество. Да, вот так вот. Второй вопрос, а точнее их уже два, от моего коллеги. Что я хотел снимать? Да, вообще все, у меня канал обо всем. Что за хуй? Ну так вот. Ну, канал обо всем, как я и сказал. И пофиг, что у меня вообще лба не видно. Пожалуй, сяду вот так вот. Да. Это кринжово выглядит. Насчет летсплеев на ПК даже не знаю. Типа, у меня есть видео с ПК, но они сняты на эмуляторе. Собственно, скорее всего, нет. Итак, очередной следующий вопрос! Итак, тут два вопроса. Зачем я отвечаю на это? Может, мне нужно видео снять? Второе. Мне 12 лет, в этом году будет уже 13. И нет, я не думал, что это третье. Потому что я прочитал этот комментарий. Ха! Когда только опубликовали его. Ха-ха-ха! Тупой вопрос, но да, я играю в Майн. Итак, на этом ТГ закончилось, поэтому идем на пост в Ютубе. Боже, что мне это? Думаю, я сру обычно 1-2 раза, но не каждый день. В школе я еще не срал, и я не выполнил эту ачивку. Крутой. Нет, я не считаю себя что ли прям крутым или что-то такое. Я просто... Нормально. Как-то так. Так, следующий вопрос. Ты тайный отчим с Миши. Я его сводный брат. Кто такой чудо-унтик? О, ну, блин, я даже... А, на этот вопрос я уже отвечал, мне 12. Ты выбрался из-за кулисья. Как ты снимаешь такие... О, бля... Как ты снимаешь такие прикольные видео? А, ну, так-то... Я просто придумываю идею и снимаю на нее. Если про Майнкрафт, то... Я зову второго человека, но на новых версиях можно использовать уже команды с камерой. Ну и снимаю просто. А если в реальной жизни, то зачастую я тоже зову какого-то человека, либо одного, либо двух, и снимаю. Ну а для начала надо придумать идею. Конечно, для большинства надо еще сценарий, но зачастую я просто импровизирую. Но все же для
сериалов каких-нибудь нужен сценарий. Обязательно. На другом ты можешь импровизировать, но можешь запинаться. К примеру, в этом видео я также импровизирую. Как-то так. Итак, следующий вопрос.